Что у тебя с настроением? Я не понимаю. А, она возбужденная, ядрить, коптить, просто потрясающе. Она возбужденная и что-то ничего не это. Давай, фигани. Еле прочитал, что там написано. Ага, туда-сюда, хоп-хоп. Ты тупая, что пошла нахер отсюда. Все, пошла нафиг. Пошла нафиг. Ну, на работу, все, пошла отсюда. Иди, иди, чё ты сел на моем стуле? Ну ты замужем, такие самки, это неинтересно, пошла вон. Ага, иди возвращайся в свою пещеру, хер тебе, а не машина. И про iPhone забудь, дура. Спать. Чё у нас с настроением-то, алё? Мои фигуры не подействовали. Мои сексуальные статуэтки, они просто не сработали почему-то. Почему, непонятно. Вообще, просто какой-то атас. Я говорю, это какой-то кошмар. Вот попробуй здесь, начиная за одного чувака, что-то сделать. Фига с двас. Блин, я с ней проболтал хрен знает сколько, а теперь я даже пожрать-то не успею. Давай, парень. Давай жрать, 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 еще раз жрать, все, быстрее жрать. Не, ну, в принципе, впритык, я бы сказал. Все впритык. Хоп, собрался, пошел. Зарабатывай бабло, потому что нет его. В доме у меня. Покормите у рабочего. Даже до конца не покормили. Ну, вообще просто. Трындец звездный. Что за жадина там работает? Я даже не на низшем уровне карьеры нахожусь. А меня не кормят даже до полной. Позор. Позор таким компаниям. Давай. Пошел. Такс, может быть что-то в магазине есть? Магазин наград, наград, давайте посмотрим. Сколько у нас? 1260. Трэм-пэрэм. Быстрая уборка. Любитель спорта, проницательный. Так, что это такое все? Персонажи узнают черты других персонажей просто при встрече. Любитель спорта. Будучи желанным гостем, вы всегда сможете заходить в дома соседей, никто не станет возражать. Да я и так найду общий язык, в чем проблема? Быстрое чтение. Жаворонок. Так. Сова, наставник. А дальше уже... Все запросы на однократные услуги бесплатные. Что за однократная услуга? Деловая хватка. Персонажи, обладающие деловой хваткой, выручают за свои подделки больше 7 миллионов. Зелье молодости, независимый. Любитель целоваться. Мне до этого еще долго. Копить надо. Так, ну что, 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 что? Желанный гость. Сова дополнительно развивает навыки по ночам. Ну, все это настолько, блин, ну это просто... Копить надо, короче говоря. А то атас какой-то. Так, в задницу телок по будням. Забьем на это все.
Давай, что у тебя с потребностями? Вообще, тебе бы попрограммировать или что, или поиграть, не знаю. Давай, немножко практикуйся в программировании с тобой. То запарил уже фигню и страдать. Плохо, что по ночам они... Ну, только по ночам, а не по вечерам. С такое-то время, например, написали бы. То после полуночи я как-то не особо. Как-то не особо после полуночи-то сижу за компом. Потому что надо спать и на работу. Так, ну что у тебя там? Естественная нужда. Ну иди, используй. Все, запарил уже. Чё ты там ржёшь? Ржёт он там что-то. Маньяк, блин. Спать. Когда я куплю новую кровать, а? Когда я заведу ребенка, а? Когда я увалю тёлку, а? Что-то вообще все очень плохо. Все, удаляй просто. Камушков новых не появилось, нет? Появились новые камушки-то, смотрите. Много. Блин, 2 часа до работы, а? Давай иди ешь. Что ты встал-то? Думаешь, что поделать? Кому-то непонятно, что поделать. Давай, ешь. Принять душ. А, он не доел? Отлично. Ну ладно, к черту. Главное успеть помыться. Нормально. Блин, душ грязный. Все, запарил. Давай, доедай. Блин, за телеком бы лучше посидел бы. Я имею в виду, пока ест эту овсянку, посидел бы за телеком, но нет. Ну ладно, он смотрит вот на эту фигню, может быть, как-то более-менее. Все, пошел на работу. Обезьян. Только не вернись сейчас, не вздумай. Напряженный. Просто всех убьет. Ну давай, давай, продвигайся по гребной лестнице. До конца жизни ты не продвинешься до максимума, я чувствую. Такими темпами. Так, попробуйте успокоиться у зеркала. Все это фигня, конечно, ну ладно, давай. Да ну, ладно, успокаивающий пердеж тоже неплохо. Слушай, он сразу расслабляется и ржет. Излить кому-нибудь чувства. Не надо изливать никому чувства, просто откопай камни. Будь добр. Вообще, давай займись делом чем-нибудь уже. В конце концов. Собрать урожай. Собрать урожай. Собрать урожай. Копать. Копать. И копать. Максимальное количество действий. О нет, игра перегружится, если я еще одно действие выберу. Кошмар. Ком взорвется просто. А, досуг 0, понятно. Ну ладно. Че, лопатой поработаешь, успокоишься как раз. Так, здесь ничего. Собрать урожай. Окаменелость. Это прям с кристаллами. Что-то там было, короче говоря. Все, а теперь иди там, я не знаю, играй, что ли. Иди поиграй. Да не на месте. Да, я говорю, не на месте. Просто поиграй нормально в этот. Поиграй в компьютер, ты че? Зачем тебе смартфон на улице ночью? Стоит посреди пустыни, играет в смартфон. Дебил.
Ну где ты там пришельцев увидел, а? Ну где ты там пришельцев увидел? Может, ты в пустыне за домом увидел пришельцев? Это может быть. Насчет этого отрицать не буду. Играть в лужу. Какую лужу мы в пустыне? В лужу он играть захотел. Гребный обман того, что дом 20 на 30. Вот это вот 20 на 30 считается дополнительно. Здесь можно, конечно, сделать еще пристройку. В принципе, участок нормального размера. Неплохого такого. Можно еще пристроить нехило. Можно много чего здесь пристроить. Да. Такс. Предложите кому-нибудь авантюру. Мне показалось, что это кровать. Но, в принципе, почему бы и нет. Так, все, запарил. 0 часов. Короче, спать иди. Иди спать. Что еще делать? Спать, естественно. У нас через сколько выходной? Выходной у нас... Да, сегодня последний день рабочий. Мне нужно больше выходных, черт возьми. Мне нужно больше выходных. И сколько? Один день остается до взросления. Кошмар какой просто. Время летит, и мы ничего не можем сделать вообще никак. Пердим только хорошо. Вот все, чего мы добились в жизни. Но это мы изначально умели. Приготовь, ну что, ну хотя он уже не успевает, наверное, приготовить. Ему надо еще гигиену тут разобраться. Давай, давай, жри, жри, быстрее. Еще быстрее. Давай, пошел. То на работе все тоже подойдут, вонючую тираду устроишь кому-нибудь. Давай, 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 быстрее, быстрее. 20 минут у тебя еще. Ну ты можешь помыться меньше, чем за 3 часа, а, пожалуйста. Шел на работу. О, бодрячком прям пошел-то. Накормите работника, алло. Накормите работника, спасибо. Продвижение будет? Не будет продвижения. К сожалению. Это плохо. Опять 423 доллара. Да. Все, выходные. Вообще можно по полной отжигать теперь. Ну-ка, сдавайте-ка телочку. Ну чё там с романтизмом? Все слилось, короче, из-за того, что я не общался. Какой доскос? При чем здесь доскос? Окей. А сейчас придет или не придет? Придет. Это что, секс-бомба, что ли? Да хрен его знает. Старуха какая-то. Куда в холодильник полез, свинья? Хватит жрать! Иди тёлку встретить! Единственная надежда на продолжение твоего долбанного бесполезного рода... Я тебе говорю, встань со стула! Да хорош ржать, сейчас сдохнешь от ржача. Пошли! У меня тут еще круче обстановка, чем у тебя тут. Кокетливая. Давай, другие варианты. Романтика.